Oh!
окончании школы Геннадий Заволокин поступил в Новосибирское музыкальное училище на отделение народных инструментов. А позже, в 1984 году, окончил Московский институт культуры. За годы учебы Геннадий освоил сразу несколько инструментов. К умению игры на гармонии и баяне добавились добра и балалайка. Но любимым инструментом артиста все равно оставалась гармошка. Для вас частушки под ковырки. У нас по программе песня «Я на остров любви».